талантливы, красивы, умны. Так и хочется сказать. Сделаны в СССР. Ирина Алферова. Советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации. Элина Быстрицкая. Советская и российская актриса театра и кино. Театральный педагог. Народная артистка СССР. Наталья Варлей. Советская и российская артистка цирка. Киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. Анастасия Вертинская. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Татьяна Друбич. Советская и российская актриса театра и кино. По профессии врач-эндокринолог. Татьяна Лютаева. Советская, литовская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер и сценаристка, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России. Ольга Остроумова. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Любовь Полищук. Советская и российская актриса театра и кино, певица, театральный деятель и педагог, народная артистка Российской Федерации. Елена Проклова. Советская и российская актриса, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженная артистка РСФСР. Анна Самохина. Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица. Наталья Селезнева. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации, заслуженный деятель культуры Польши. Маргарита Терехова. Советская и российская актриса, режиссер театра и кино, народная артистка Российской Федерации, лауреат театральной премии имени Константина Станиславского. Наталья Фатеева. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Елена Цыплакова. Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка Российской Федерации. Александра Яковлева. Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, общественно-политический деятель регионального уровня, железнодорожник. После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора дирекции скоростного сообщения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Лариса Гузеева. Советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Член общественной организации «Союз кинематографистов России». Татьяна Самойлова. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации, лауреат премии жюри 11-го Каннского фестиваля «Апельсиновое дерево», как самой скромной и очаровательной актрисе. Лидия Федосеева-Шукшина.
советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Наталья Крачковская. Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Наталья Кустинская. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Светлана Светличная. Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Алиса Фрейндлих. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации. Светлана Немоляева. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. 1959 года, ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Клара Лучко. Советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии второй степени. Людмила Гурченко. Советская и российская киноактриса, эстрадная певица, режиссер, сценарист, писатель, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и Государственной премии Российской Федерации. Нина Дорошина. Советская и российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка РСФСР. Надежда Румянцева. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Лариса Голубкина. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Наталья Бундарева. Советская и российская актриса театра и кино, одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970-1990 годов, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, премии президента Российской Федерации, премии мэрии Москвы, премии Ленинского комсомола, депутат Государственной Думы Российской Федерации первого созыва. Ирина Муравьева. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства Российской Федерации. Раиса Рязанова. Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, специальный приз Забайкальского кинофестиваля «Признание народа», приз губернатора Амурской области за выдающийся вклад в профессию. Вера Алентова. Советская и российская актриса, театральный педагог, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Валентина Талызина. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Ольга Аросева. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши,
лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Люсина Овчинникова. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Елена Яковлева. Советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Двух премий Ника. Премии ТЭФИ и двух премий «Золотой орел». Лариса Удовиченко. Советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации. Заслуженная артистка РСФСР. Елена Сафонова. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации, член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Нина Русланова. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Татьяна Доронина. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, писатель, художественный руководитель и директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького. С 4 декабря 2018 года президент МХАТ имени Максима Горького, народная артистка СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Член Союза писателей России. Нонна Мордюкова. Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии президента России в области литературы и искусства. Лия Ахиджакова. Советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Двукратная обладательница национальной премии Ника за лучшие женские роли второго плана в фильмах «Небеса обетованные» и «Изображая жертву». В 2015 году удостоена почетного приза премии Ника. В номинации «Честь и достоинство» за 2014 год. Инна Чурикова. Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. И премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Талантливы. Красивы. Умны. Так и хочется сказать. Сделаны в СССР.